Московской области задержан подозреваемый в хищении сбережений пенсионерок. Один из эпизодов зафиксирован в Раменском округе. В полицию обратилась 86-летняя жительница с сообщением о мошенничестве. Выяснилось, что ей позвонила девушка и представилась внучкой. Она рассказала, что стала виновницей ДТП. И для того, чтобы избежать уголовной ответственности, требуются деньги. Затем трубку взял мужчина, который выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и объяснил порядок передачи денежных средств. В назначенное время заявительница отдала 500 тысяч рублей подъехавшему к ее подъезду таксисту. Следствие предполагает, что задержанный может быть причастен к минимум еще одному подобному злодеянию.